Надмение происходит через материальное положение человека. Человек материально стоит лучше, и он, естественно, властен, и он властвен над народом, чего делать по Слову Божьему мы не должны. Да? Написано, что и пресвитераны должны властвовать над наследием Божьим, да, но подавать пример стаду. То есть он сам мает благочестивым житям жить, мает постоянно пребывать в слове учений, учить народ, правильно наставлять народ. Да? Но если он бьет дерзкой рукой, значит, он, там есть корень, кому он предався, и он попал в сеть. Почему патриархи попали в всю сеть? Почему они не пасли стадо там, где батько сказав пасти? Ідіть в Сихем, між горами, там є долина, там дуже хороше пасовисько. Ні, вони погнали на велику дорогу, тому що там ходять каравани, там їм інтересно.